Экипаж Шэньчжоу-14 совершил первый выход в открытый космос. Высокие технологии завоевали симпатии посетителей китайской международной ярмарки торговли услугами. Высокоскоростные поезда производства КНР прибыли в Индонезию. Корабли береговой охраны Китая завершили патрулирование в северной части Тихого океана. Мораторий на летнюю рыбалку окупился большими уловами. В Поднебесной урожайность зерновых повышают научными методами. Первый китайский спутник наблюдения за Солнцем передал на Землю уникальные данные. В Пекине открылся китайский фестиваль искусств. Члены экипажа китайской миссии Шэньчжоу-14 совершили свой первый выход в открытый космос. Они покинули станцию через лабораторный модуль Вэньтянь и протестировали малый роботизированный манипулятор на его поверхности. Китайская космическая станция оснащена двумя такими манипуляторами – большим на основном модуле Тяньхэ и малым на лабораторном модуле Вэньтянь. Оба они способны захватывать предметы под любым углом и в любом положении, а также перемещаться по поверхности станции. Длина малого манипулятора 5 метров, он может нести полезную нагрузку до 3 тонн. Устройство помогает тайконавтам осуществлять внекорабельную деятельность и обслуживать экспериментальные устройства. Длина подключенного к модулю Тяньхэ большого манипулятора 10 метров. В дальнейшем мы будем проводить различные эксперименты на орбите и использовать малый роботизированный манипулятор для установки оборудования. Позже мы сможем объединить большой и малый манипуляторы в один. Он будет иметь больший диапазон для выполнения задач по установке внекорабельных устройств. Кроме того, во время первого выхода в открытый космос тайконавты успешно установили на модуле Вэньтянь расширенный комплект насосов системы терморегулирования. Под воздействием солнечных лучей температура поверхности станции может превышать 150 градусов по Цельсию, а в темное время суток опускаться до минус 100 градусов. Жидкостный контур системы терморегуляции собирает избыточное тепло и распределяет его по всем устройствам и конструкциям. А насосные установки обеспечивают стабильную циркуляцию специальной жидкости в контуре. Лабораторный модуль Вэньтянь уже был оснащен комплексом насосов при запуске. Это позволило поддерживать циркуляцию тепла. Чтобы обеспечить работу модуля на орбите, тайконавты установили еще один комплект для большей надежности. Мы уже делали так раньше, во время второй внекорабельной работы на основном модуле Тяньхэ, и теперь повторяем на модуле Вэньтянь. Насосный агрегат постоянно работает на высокой скорости, поэтому имеет ограниченный срок службы. Новый комплект используют в качестве резервного устройства. Он может в любой момент взять на себя работу, если существующие насосы в модуле вдруг выйдут из строя. Посетители китайской международной ярмарки торговли услугами высоко оценили новинки в области высоких технологий. Большое впечатление на зрителей произвел выставочный зал Metaverse – метавселенной, где соединяются реальные и виртуальные миры. Здесь можно познакомиться с метавселенной и ее технологиями, увидеть 3D-изображение без специальных очков, побывать в студии дополненной реальности и голографическом интерактивном пространстве. Многие думают, что метавселенная – это виртуальная реальность, когда дома ты надеваешь специальные очки и входишь в иллюзорный мир через портал. Мы же надеемся, что мир метавселенной может быть общим, и его будут использовать в школах, театрах, торговых центрах, предприятиях и на улицах. Самая зрелая форма метавселенной, которую я вижу в данный момент, – это игры. Но такие технологии должны вносить вклад в образование, искусство, культуру и промышленность. Кроме того, они должны быть доступны по стоимости для школ и предприятий. Но больше всего посетителям ярмарки пришлись по вкусу основанные на искусственном интеллекте технологии для здоровья и фитнеса. Участники представили услуги для учреждений здравоохранения и профилактики эпидемий, инновационной, цифровой и традиционной медицины, биомедицины, а также умного здравоохранения. Одним из самых популярных экспонатов на выставке стал виртуальный персональный тренер для тех, у кого нет времени посещать спортивный зал. Устройство подключается к смартфону пользователя и дает ему доступ к ряду виртуальных тренеров, которые показывают упражнения на экране. Кроме того, программа может оценивать результаты тренировок и давать рекомендации. Традиционная китайская медицина также получила технологическое обновление. На ярмарке представили удобную систему сбора данных о препаратах.
На каждый пакет с лекарством нанесен QR-код, и пациенты могут отсканировать его, чтобы получить данные о качестве, информацию о фабрике, а также дату производства и другие подробности. Китайская международная ярмарка торговли услугами под девизом «Сотрудничество для лучшего развития, инновации для зеленого будущего» прошла с 31 августа по 5 сентября в Пекине. По высокоскоростной железной дороге Джакарта-Бандунг в Индонезии будут ходить поезда, произведенные в Китае. Высокоскоростной пассажирский электропоезд и инспекционный поезд уже прибыли в Джакарту. Составы спроектированы и изготовлены с использованием передовой технологии поезда Пули модели Фусин и имеют максимальную скорость 350 км в час. Их создали в соответствии с китайскими стандартами и адаптировали к условиям эксплуатации в Индонезии. Это первый случай, когда высокоскоростные поезда, произведенные в КНР, будут использоваться в другой стране. Еще 10 составов планируется доставить в Индонезию к началу следующего года. Высокоскоростная железная дорога Джакарта-Бандунг, построенная по китайской технологии, позволит сократить время в пути между столицей Индонезии и административным центром провинции Западная Ява с более чем 3 часов до всего 40 минут. В 45 дней корабли береговой охраны Китая «Чаньшань» и «Шичен» патрулировали северную часть Тихого океана. Они следили за соблюдением законов о рыболовстве и пресекали незаконный промысел. Экипажи инспекционных кораблей проверили документы 180 рыболовных судов. В 5 из них провели досмотр, а еще в 20 допросили членов экипажей. Миссия завершилась успешно, и «Чаньшань» и «Шичен» вернулись в порт Циндао провинции Шаньдун. Патрулирование проводилось в соответствии с Конвенцией о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море с северной части Тихого океана и стало 7-й миссией береговой охраны КНР. Летний мораторий на ловлю рыбы в основных морских районах Китая окупился значительным увеличением рыбных ресурсов и существенным ростом доходов рыбаков. По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, с 2017 по 2021 год количество мелкой рыбы в средних и верхних водах Бахайского залива увеличилось почти в 2 раза по сравнению с предыдущими 5 годами. Сравнение данных за последние 5 лет показывает, что популяции испанской пятнистой макрели, малого желтого горбыля, рыбы-зеркала, рыбы-сабли, краба-плавунца, а также другие основные ресурсы Желтого моря, в том числе Бахайского залива, увеличились по сравнению с предыдущими годами. Также удалось сократить затраты и повысить эффективность производства рыбной продукции. Так увеличилась доля вылова и стоимость морепродуктов. Кроме того, во время моратория сократилось потребление электроэнергии и снизились производственные затраты. Изменение климата, засуха, наводнения, нашествие насекомых-вредителей – все эти факторы теперь не помеха для выращивания большого урожая зерновых в Поднебесной. Китайские земледельцы применяют новые технологии и климатическую оптимизацию, чтобы производство росло, а стране была гарантирована продовольственная безопасность. Центральное правительство инвестировало почти 3 миллиарда юаней в создание механизмов распространения сельскохозяйственных технологий. Мы выбрали 114 передовых методов и 128 ведущих сортов, чтобы обеспечить масштабное и сбалансированное повышение урожайности осенних зерновых, а также круглогодичный сбор урожая. Так, в основных производственных районах Великой Китайской равнины используют беспилотники, чтобы защищать посевы кукурузы от вредителей. Всего за одно утро 4 дрона обработали 67 гектаров земли. Вручную это было бы значительно дольше, дороже и гораздо менее эффективно. Новый метод позволяет повысить урожайность более чем на 15%. За последние годы центральное правительство Китая объединило ученых, исследовательские институты и предприятия по всей стране в Национальный инновационный альянс сельскохозяйственной науки и технологий. В него входит в том числе инновационный альянс по защите растений, который помогает аграриям повышать урожайность с помощью авиационных технологий. Музыка.
Национальное космическое управление Китая отчиталось о достижениях первого в стране спутника для исследования Солнца. Полученные данные касаются и самого светила, и новых спутниковых технологий. Так, космический аппарат впервые в мире провел исследование структуры спектральных линий солнечного диапазона волн H-альфа, нейтрального атома кремния и нейтрального атома железа. Солнечный спектр отражает активность звезды. Благодаря спутнику мы получили данные, необходимые для исследования структуры и эволюции Солнца. Также спутник впервые осуществил проверку на орбите и применение технологии двойной платформы со сверхвысокой точностью и стабильностью наведения. Впервые аппарат применил спектрометр и выполнил отладку солнечного навигатора. Сегодня задача этого спутника – продолжать изучение солнечного спектра и проводить исследования динамики в нижних слоях атмосферы Солнца. Запуск этого спутника представляет собой прорыв в исследованиях Солнца в нашей стране. В четвертом квартале этого года мы запустим спутник новой космической солнечной обсерватории. И уже два аппарата продолжат исследования солнечной активности. Спутник Сихэ, названный в честь богини Солнца, был запущен в космос 14 октября прошлого года. Он работает на солнечно-синхронной орбите на высоте 517 километров, а его основной научной полезной нагрузкой является солнечный телескоп. В Пекине стартовал 13-й китайский фестиваль искусств. На церемонии открытия артисты продемонстрировали художественные достижения Поднебесной за последние десятилетия. В программе фестиваля классические оперы и балеты, выступления этнических инструментальных ансамблей и танцевальных коллективов, а также другие сценические шоу. Кроме того, пройдут выставки каллиграфии, фотографии и живописи. Песни и оперы богатые и красочные. И мы сплетаем их вместе, чтобы создать интегрированное и высококачественное художественное шоу. Так люди смогут оценить развитие китайского сценического искусства и то, как сильно изменилось шоу на церемониях открытия. По традиции на фестивале вручат премию Вэньхуа за профессиональную работу в театральной сфере и Цуньцин для артистов-любителей и региональных театральных сообществ. Церемония закрытия китайского фестиваля искусств состоится 15 сентября недалеко от Пекина, в городе будущего Сюнань.